субботу хоккейный клуб «Латгала» провел очередной домашний матч. На сей раз соперником даугавпилсской команды был «Лепойский Металлург-2». С первых минут лепойчане стали атаковать ворота Руслана Куриласа. И к концу первого периода счет был уже 2-1 в пользу гостей. Хотя первыми счет в этом матче открыли игроки «Латгала» Антон Кузнецов благодаря точным передачам Андрея Кондровского-Кудрявского и Александра Ратниекса на четвертой минуте зажег красный свет за воротами Вадима Мащука. Затем две шайбы забросили нападающий «Металлурга» Рихард Малиновский и Редгар Склиновский. Правда, нужно отметить тот факт, что наша команда играла ослабленным составом, не набралось толком даже трех пятерок. Чего не скажешь о сопернике, который приехал своим сильнейшим составом. Второй и третий период положительного результата «Латгала» не принесли. Наша команда проиграла со счетом 3-6. На данный момент лидером турнирной таблицы является «Озол Нейкеманар». На второй позиции находится «Земгала», на третьей – «СМС Кредит». Далее следует «Призма», «Латгала», «Юниорс», «Лепойский Металлург-2», «Рига-95», «ЛСПА» и замыкает турнирную таблицу «Литовская энергия». Следующую игру наша команда вновь проведет дома в среду 5 октября. На сей раз соперником станет «СМС Кредит». Начало матча в 19 часов. В течение двух дней в Даугавпилсе проходили соревнования по боксу на Кубок Думы. В боях приняли участие спортсмены из Латвии, Литвы и Эстонии, которые соревновались в четырех возрастных группах. Победителями от Даугавпилса стали Эдвин Коттел, Эдгар Крыженевский, Райвер Шульга, Владислав Пушкель, Эвандер Сервуд, Дмитрий Захаров, Геннадий Егоров, Айнар Дзентис, Алексей Рыбаков и Павел Федотов. Три дня на площадках Даугавпилского олимпийского центра и волейбольной школы проходил международный турнир по волейболу «Даугавпилс Кап». На участие подали заявки по 7 команд юношей и девушек из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Как ни старались наши ребята, но занять первые места им не удалось. Среди девушек лучшими стали польские спортсменки, которые набрали 17 очков. Второе место завоевала литовская команда «Кауни-1», а третье – «Даугавпилс-1». У юношей лучший результат тоже показали волейболисты из Польши. Серебряные медали турнира достались екапилским спортсменам, а бронзовые – эстонским.